Согласно донесениям, орки собирают войска. Серия атак на лагеря для пленных – прямое тому подтверждение. Согласен. Орда мобилизуется. Это просто абсурд. Мы не будем сидеть и смотреть, как Орда собирает армию у наших границ. Орки сейчас должны волновать нас в последнюю очередь. Сколько раз мне еще повторить? Король Таренос, прислушайтесь к моим словам. Эпидемия чумы в северных землях может иметь ужасные последствия. Чума? Опять вы, маги, со своей паранойей. Давайте по порядку. Даже если эта чума действительно так опасна, что вы предлагаете делать? Все очень просто. Как я уже говорил, Кирин Тор готов объявить в ряде поселений строгий карантин. Не будет никакого карантина, пока вы не предъявите доказательства, посол. После всего, что пережили лордеронцы, они не будут пленниками в своих домах. Они и есть пленники, король. Что все это значит? Кто ты такой? Человечество в опасности. Силы тьмы возвращаются. И весь мир стоит на пороге страшной войны. Довольно. Стража, уведите этого безумца. Слушайте. Единственное спасение для вас – это путь на запад. К древним берегам Калимдора. Запад? Подождите, посол. Я не знаю, кто ты и во что веришь, но сейчас не время для пустых пророчеств. Пусть нам грозит война, но только нам решать, как защитить наш собственный народ. Нам, не тебе. А теперь убирайся. Человечество дорого заплатило за мою прошлую ошибку. Если вы не верите мне, я найду того, кто поверит. Я сделал все, что мог. Они сами избрали свой путь. Добро пожаловать, принц Ардас. Ваше присутствие – большая честь для всех нас. Не нужно формальностей, Утр. Я еще не король. Рад тебя видеть. Я тоже, мой мальчик. Хорошо, что король прислал тебя мне на помощь. Отец не теряет надежды, что с тобой я наберусь терпения и опыта.
Всякий отец имеет право мечтать. Ладно, перейдем к делу. Разведчики сообщают, что где-то за теми холмами расположен лагерь орков. Так я и думал. Это еще не все. Неподалеку находится город Странбрат. Орки собираются напасть на него. И, насколько мне известно, город совершенно беззащитен. Я должен немедленно отправиться к лагерю орков. Ты можешь взять на себя защиту Странбрата? Конечно, Утор. За меня не беспокойся. Хорошо. Когда город будет в безопасности, приходи к лагерю орков. И будь осторожен. Хороший план. Конечно. Да, Ваше Высочество. Свет благословляет меня. За честь и отвагу. Разумеется. Разумеется. За честь и отвагу. Конечно. Хороший план. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Хороший план. Разумеется. Конечно. Приветствую вас, милорд. За честь и отвагу. Хороший план. Разумеется. Хороший план. Мы будем драться за Лордерон! К оружию! Я служу свету. Конечно. За честь и отвагу. За честь и отвагу. Прошу вас, помогите! Вы моя последняя надежда! Гнолы утащили в лес моего крошку Тимми. Умоляю, спасите его! Разумеется. Хороший план. Конечно. Конечно. Хороший план. Спасите! Вытащите меня из этой клетки! Выпустите меня отсюда! Я хочу домой! Спасибо! Примите это в знак моей благодарности. За честь и отвагу. Разумеется. За честь и отвагу. Разумеется. Конечно. Хороший план. Конечно. Хороший план. За честь и отвагу. Разумеется. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Хороший план. Хороший план. Нас грабят! Помогите! Ха!
Уверен, у этих тоже найдется чем поживиться. Бандиты украли мою учетную книгу. Без нее я не могу вести хозяйство. Она у них в лагере. Прошу вас, верните ее. Разумеется. За честь и отвагу. Недостойное создание. Ощути мой гнев. Хороший план. Конечно. Где враг? Разумеется. Приказывайте. Конечно. За моего отца. Правосудие настигло тебя. Хороший план. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Хороший план. За честь и отвагу. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Хороший план. Спасибо вам за помощь. Пожалуйста, возьмите это. Жду указаний. Я помогу. Конечно. Где враг? Разумеется. За честь и отвагу. Спасите нас! Он убегает! Убейте его! Проклятие! Орки уже напали! К оружию! Недостойное создание! Хороший план. Конечно. Разумеется. Хороший план. За честь и отвагу. За честь и отвагу. Конечно. Поздно просить пощады. Никто не смеет предавать свет. За моего отца. Хороший план. Разумеется. Разумеется. За честь и отвагу. Конечно. Хороший план. Конечно. В атаку! Разумеется. Свет благословляет меня. Где враг? Хороший план.
за честь и отвагу. Разумеется. Тащите этих к остальным! Шевелитесь! Хороший план. За честь и отвагу. Ощути мой гнев. Ощути мой гнев. Конечно. За честь и отвагу. Конечно. Поздно просить пощады. Правосудие настигло тебя. Недостойное создание. Хороший план. Разумеется. Хороший план. Да хранит вас свет, принц Артас. Но что будет с теми, кого взяли в плен? Не беспокойся, мы спасем их. Они вернутся домой целыми и невредимыми. Принц Артас, лорд Утор ждет вас у лагеря орков. Он говорит это срочно. Да уж, с вами не соскучишься. Вперед! А, вот и ты. Я отправил двух своих лучших рыцарей на переговоры с главарем орков. Они вот-вот должны вернуться. Проклятие! Эти орки никогда не сдадутся. Тогда в атаку! Уничтожим этих тварей! Не забывай, Артас. Мы паладины. Мы не можем следовать одной лишь мести. Позволив жажде крови затмить наш разум, мы станем такими же, как орки. Ты прав, Утор. А теперь, если ты готов, я хочу, чтобы ты возглавил атаку. Я? Ну, хорошо. А я останусь здесь, на случай, если орки нападут на наш лагерь. Я не подведу тебя. Я знаю, мой мальчик. Правосудие свершится. Я служу свету. Разумеется. Я готов. Опять за работу. Я готов. Я помогу. За моего отца. Никто не смеет предавать свет. Я готов. Конечно.
За честь и отвагу. Чего? Ну я пошел. Я готов. Да? Хорошо. Слушаюсь, милорд. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Дело сделано. Да, ваша светлость. Угу. Дело сделано. Да? Угу. Я помогу. Ощути мой гнев. Правосудие свершится. Недостойная стать. Дело сделано. Я служу свету. Опять за работу. Слушаюсь, милорд. Да, ваша светлость. Ну я пошел. Дело сделано. Чего? Опять за работу. Хорошо. Дело сделано. Да, ваша светлость. Угу. Дело сделано. Чего? Дело сделано. Слушаюсь, милорд. Я пошел. Дело сделано. Да? Хорошо.
Хорошо. Дело сделано. Да, ваша светлость. Слушаюсь, милорд. Дело сделано. Где враг? Чего? Угу. Улучшение завершено. Дело сделано. Улучшение завершено. Опять за работу. Ну я пошел. Улучшение завершено. Угу. Улучшение завершено. Свет благословляет меня. Я готов. Дело сделано. Да? Хорошо. Я готов. Опять за работу. Да, ваша светлость. Ну я пошел. Слушаюсь, милорд. Чего? Да, ваша светлость. Где враг? Правосудие настигло тебя. Никто не смеет предавать свет. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Я помогу. Хороший план. Разумеется. За честь и отвагу. Хороший план. Жду приказа. Свет благословляет меня. Жду приказа. Я служу свету.
Жду приказа. Глупец! Демоны придут с небес, и этот жалкий мир сгорит в огне. Так говорят чернокнижники из клана Черной горы. Да, эту песню я уже слышал. Вас, орков, ничто не учит! Это был призрак. Проклятие, что задумали эти дикари? Близится час погибели. Пусть эта жертва смягчит гнев наших повелителей. Безумные твари, вам не уйти от... Перебейте орков. Уничтожьте их всех. Правосудие свершится. Конечно. Правосудие свершится. Конечно. Поздно просить пощады. Жду приказа. Хороший план. Разумеется. За честь и отвагу. Жду приказа. За моего отца. Морлоки, здесь? Наверное, их лагерь где-то неподалеку. Разумеется. Недостойное создание. Жду приказа. Конечно. Жду приказа. Хороший план. За честь и отвагу. На нашу базу напали. Одно ваше слово. Да, ваше высочество. Есть, господин. Жду указаний. Будет исполнено. Где враг? Хороший план. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Хороший план. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Правосудие настигло тебя. За честь и отвагу. Конечно. Хороший план. Здравствуй, добрый человек. Хочешь поохотиться с нами? И какую дичь ищут дворфы в этих лесах? Мы охотимся на черных драконов. Говорят, что их кровь наделяет оружие силой огня. Пожалуй, огненный клинок мне не помешает. Дракона, которого мы ищем, зовут Горинокс. С вашей помощью он точно от нас не уйдет.
Я помогу. Приказывайте. Так точно. Нужно больше ферм. Опять за работу. Угу. Ну я пошел. Слушаюсь, милорд. Одно ваше слово. Да, ваше высочество. Да-да, конечно. Да-да, конечно. Жду указаний. Будет исполнено. Одно ваше слово. Приказывайте. Так точно. Дело сделано. Одно ваше слово. Есть, господин. Жду указаний. Я служу свету. Дело сделано. Дело сделано. Да, сэр! К бою готов? Исследование завершено. Куда стрелять? Дело сделано. К бою готов? Дай мне цель. Уже в пути. Дело сделано. Исследование завершено. Свет благословляет меня. Сделано. К бою готов? К бою готов? Исследование завершено. Чего?
Да, ваше высочество. Что прикажешь? Дело сделано. Да? Исследование завершено. Дай мне цель. К бою готов? Что прикажешь? Да, сэр! Я помогу. Бою готов? Разумеется. За честь и отвагу. Хороший план. Разумеется. За честь и отвагу. Хороший план. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Хороший план. Конечно. Разумеется. Конечно. Хороший план. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Хороший план. Вы посмели бросить мне вызов? С каждым поколением смертные становятся все более безрассудны. Давайте отнесем его сердце дворфам. Конечно. За честь и отвагу. Хороший план. Разумеется. Хороший план. Разумеется. За честь и отвагу. На нашу базу напали! Я служу свету. Конечно. Хороший план. Сейчас я перекую ваше оружие. Теперь оно будет разить врага огнем. Свет благословляет меня. Правосудие свершится. За честь и отвагу. Разумеется. Конечно. Разумеется. Хороший план. За честь и отвагу. Конечно. Конечно. Ощути мой гнев.
за честь и отвагу. Хороший план. Разумеется. Хороший план. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Хороший план. За честь и отвагу. Хороший план. Разумеется. Никто не смеет предавать свет. Разумеется. За моего отца. Поздно просить пощады. Поздно просить пощады. Ощути мой гнев. Недостойное создание. Где враг? Конечно. За моего отца. Хороший план. Никто не смеет предавать свет. Правосудие настигло тебя. Ощути мой гнев. Разумеется. За честь и отвагу. Недостойное создание. Никто не смеет предавать свет. Хороший план. Конечно. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Хороший план. За моего отца. Поздно просить пощады. Правосудие настигло тебя. Недостойное создание. Разумеется. За честь и отвагу. За моего отца. Поздно просить пощады. Ты справился, мой мальчик. Достойная победа. Не знаю, Утор. Орки приносили пленников в жертву. Похоже, они пытались призвать демонов. Орки цепляются за старые традиции.
но мы победили их демонов давным-давно. Пора возвращаться домой. У нас был тяжелый день. Ты должен быть умнее, чем король. Близится конец света. Я же сказал, что не желаю слушать эту чушь. Значит, я попусту трачу время. Можешь больше не прятаться, Джайна. Он улетел. Простите, учитель. Я услышала ваши разговоры. Я и рассчитывал на твое любопытство, дитя. Этот безумец убежден в том, что наступает конец света. Ходят слухи, что в северных землях свирепствует чума. Вы правда думаете, что это болезнь порождения магии? Это весьма вероятно. Вот почему ты должна отправиться туда и найти источник эпидемии. Я договорился о том, что тебя будет сопровождать один человек. Хорошо, учитель. Я сделаю все, что смогу. Не сомневаюсь, дитя мое. В добрый путь. Принц Артас, мы ждем уже несколько часов. Вы уверены, что ваша знакомая все-таки придет? Уверен. Джайна всегда немного опаздывает. Мы должны помочь ей. Уберите оружие, капитан. Она может постоять за себя. Господа, позвольте представить вам Джайну Праудмур, воспитанницу Кирин Тора и самую талантливую волшебницу в наших землях. Похоже, ты не потеряла свои хватки. Рад тебя видеть, Джейн. И я рада, Артас. Давненько меня не сопровождал сам принц. Да уж, пожалуй. Кажется, нам пора в путь. Насколько нам известно, чума пришла с севера. Мы должны осмотреть все поселения вдоль Королевского тракта. Правосудие свершится. Хороший план. Конечно. Конечно. Разумеется. Хороший план. За честь и отвагу. Правосудие настигло тебя. Никто не смеет предавать свет. Хороший план. Разумеется. Ощути мой гнев. Конечно. За честь и отвагу. За честь и отвагу.
Никто не смеет предавать свет. Разумеется. Хороший план. Конечно. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Принц Артас, с мостом что-то не так. Хороший план. За честь и отвагу. Конечно. Хороший план. Приветствую вас, милорд. Хороший план. Разумеется. Милорд, кто-то с того берега сломал наш мост. Через реку можно перебраться другим путем, но теперь это довольно опасно. Конечно. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Хороший план. За честь и отвагу. Конечно. Перережем всех! Разбойники! Спасайся, кто может! Недостойное создание! Грабьте город! Спасите нас! Разумеется. За моего отца! Правосудие настигло тебя. Ощути мой гнев. Спасибо. Примите это в знак моей благодарности. Конечно. Милорд, здесь неподалеку есть древний источник. Согласно легенде, его святая вода способна исцелять раны. Это может нам пригодиться. Хороший план. За честь и отвагу. Хороший план. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Хороший план. Хороший план. Разумеется. За честь и отвагу. Конечно. Хороший план. Недостойное создание. Я могу помочь. Где враг? Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Ощути мой гнев. Я разберусь. Я служу свету. Хороший план. Конечно. За честь и отвагу.
Разумеется. Поздно просить пощады. Правосудие настигло тебя. Никто не смеет предавать свет. Хороший план. Разумеется. За честь и отвагу. Хороший план. Конечно. Сомкните щиты! Стрелы не пробьют их! Защищайтесь! Скелеты? Уничтожьте их! Немедленно! Что это за твари, сержант? Нежить, милорд. Весь город словно обезумел. Мы старались защитить жителей.